Это, что нам сейчас известно, более 250 тысяч людей в миру мы зарегистрировали, что инфицированы и заболели коронавирусом, но это не все. Мы думаем, что есть более инфицированных. А 80% это легкое заболевание. 15% это люди, у которых развивается заболевание в более тяжелом виду, и они требуются госпитализации. К сожалению, 5% мы видим, что люди находятся в критическом состоянии. Сделали анализ и видели, что есть более уязвимые группы. Это люди старше 60 лет, люди со сопутствующим заболеваниями. И на самом деле это, что случается, есть, что вирус вызывает у людей, у которых есть сопутствующее заболевание, низкий иммунитет, практически обострение этих тяжелых заболеваний приводит иногда к сепсии, отказу органов, из-за этого люди умирают от коронавируса.